Однако, здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и сегодня мы продолжим играть в Call of Duty 4. Так, мы летим. Это гранатомет? Да, это гранатомет. Откуда летит снаряд? Что? Что? Какого хрена он летит где-то из хвоста вертолета? Ой. Я случайно, но я их не заметил. Ну подумаешь, пару танков не увидел. Блин, откуда летят снаряды, я не пойму. Капец. Мы нейтрализуем крупные цели. Давай, палач, нейтрализуй. МК-19. О, да. Это, походу, вот этот и есть гранатомет МК-19. Ща всем будет жопа просто. Внимание всем. Говорит центр. Центр, слушаем. Что-то я ни хрена не понимаю. Ай, ай-яй-яй, стреляют. У меня не поворачивается туда. Так, это что, БТРы? Мы попали под обстрел. А БТРы бесполезные. Ой, ой, стреляй, стреляй, у меня перегрев. Давай, давай, давай. На тебе. На тебе, вообще бесполезные просто создания. Сейчас всех расстреляю. Чего ты там в меня пуляешь со своей пуколки? Вейперы тут надымили. Пил, пил, пил. Просто пил. О, сейчас сломаю. Я сломал памятник кому-то. Да они бесполезные все. Сейчас всех разнесу. А тут можно прицеливаться как-нибудь? Нет? Бесполезная твоя зенитная батарея. Все бесполезные, всех уничтожу. Так, что делать? Куда идти? Эй-эй-эй-эй-эй. Фу! Фу! Кыш, брысь. Всех уничтожу. Всем лежать, всем не шевелиться. Батя в вертолете. Ну? Ну, что делать? Дайте что-нибудь делать. Пил, 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 пил. Ну, приземляйся, давай речи. Кто осмелился? Кто осмелился, я не понял. Кто такой дерзкий? Давай, Абрамса мне на фронт. Ага. О, а вот и Абрамс подъехал. Ой, да не может он так. Дайте выйти. Выйти дайте. Ну дай выйти. Эй, я хочу побегать. Лежать, сука. Что такое косой гранатомет? Или это снаряды разрывные такие мощные? Не, ну как гранатки такие. Летят и взрываются. Бу-бу-бу. Ты охренел? Это свой, нет? Непонятно. Говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Что мне делать? Попробую окружение в зоне высокой радиоактивности. Они отметили себя зеленой дымовой шашкой. Так как нефиг туда подлететь и все. Вас понял, видим цель, конец связи. Да вы бесполезные создания вообще. Вообще все бесполезные, просто всех уничтожаю. Дайте выйти. Выйти хочу! Эй, сука! Че, бессмертный что ли? Давай, иди, иди, иди. Все идем, идем, бежим. Убить всех. Я готова, готова, готова. Пью, пью, пью. Бежим. О-о-о-о. Эть. Все, не шевелится больше. Так. Враги около разрушенной стены. Перепрыгнуть. Пробел. Что-то делаем. Так. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. На что ты рассчитывал, чувак? На меня вообще бесполезно выпрыгивать. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, ой, все. Пощачилу я пропустил. Дали мне по щам, короче, вот все. Я умер. Скончался. А че у меня тиммейты бесполезные вообще? Они ничего не делают. Я бегу рашить, а они сидят где-то. Где? Че ты подпер, а? О, я не могу через них проходить, это плохо. Так, так. Вот так вот. Вот, вот где еще? Где животные? Всех постреляю, всех. Так, уйди отсюда, что ты делаешь, а? Куда побежал? Малыш, не бойся, я тебя нежно убью. Я тебя нежно, вот так вот, со всей душой, сука, с лаской. Нет, 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 нет.
А, он скончался уже, да? Он, походу, умер от испуга. От моего испуга. Цель будешь, идем выше. Ты чё в меня целишься, падла? Я хочу выше. А обратно пойти никак? Обратно, ну, туда вот. Ну ладно. Бежим! Бежим, 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 бежим. Так, есть тут кто-нибудь? Нету. Здесь никого нет. Здесь никого нет. Блин, падлы. Чё они такие живучие? Цитатки мне тут выдают. Так, что у меня вторым оружием идет? Вторым кольт? Да, что-то не нравится? Так, оп, 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 оп. Я зайду, я зайду. Нет, ты меня не убьешь. И ты меня не убьешь. И никто меня не убьет. Ну стреляй ты в него! Встал в стену, смотрит, красава, чё? Нет, 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 все, меня завалят сейчас. Никто меня не смеет стрелять. Блин, со спины еще сзади. Я вообще не понимаю, что делать. Они ничего не делают, тут они бесполезны, они никого не убивают. Убиваю только я, но потом убивают меня. Я закину гранату. Гранату. Хоп. Хоп. Все, граната закинута. Они не хотят умирать. Умирай! Ой, 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 беги, беги, придурок! Поджимает меня тут еще. Я не пойму, мне куда-то идти или что? Или как-то... Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Это нечестно вообще, они респавнятся, их бесконечно. Нет, чтобы потиху зачистить все. Так, на прорыв! За ВДВ, наверное. О-о-о-о! Полегче. Опасные, опасные ребята. Да как ты в меня попадаешь? Вышел из-за угла и сразу же попал. Я бегу, 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 бегу. А, так мне не нужно было их всех отстреливать, мне нужно было просто добежать. Я бегу. Все, я живой. О, игра сохранена, отлично. А что, убивать всех было не обязательно? Они там еще стреляются. Ой, извините. Да насрать ты в бронежилете. Все, уходим. Все. Хорошо, центр, конец связи. Я готова. Шестая группа морской пехоты обнаружила дворце Аль-Асада. Че, где? Вероятно, ядерное устройство. Ядерное? Команда. Нихера себе. Уже в пути. До подтверждения обезвреживания. Воу-воу-воу! Кто сделал? Фу, кыш, брысь! Да это не я! Нечестно! Я не попал в эту шкуру! Пират, внимание! У нас опасность. Ну ладно, давай речи, речи, речи. Хорошо, центр, конец связи. Шестая группа морской пехоты обнаружила что-то во дворце Аль-Асада. Что-то во дворце. Ядерное устройство. Откуда прилетело? Где, где, где? Я ищу. Смотрю. Нет, нет, я собью ракету. Я не сбил ракету. Ну ладно, живая еще. Жить будет, не ссы. Не ссы. Ой, заблюет она там все. Терплю бедствие. Ну терпи, терпи, хули. Ну терпи, терпи, ну чё ты, ну. Так, где еще бегают пиздюки? Сэйд. Катастрофа. Из кабины летчика ведется огонь. Запрашиваю разрешение приступить к спасательной операции. Давайте спасем шкуру. Принял 2-5. Внимание. В случае. Где еще? Вы будете в опасной зоне. Вы понимаете? Вас понял. Где еще? Мы знаем, что мы делаем. Ну ладно, давайте спасем, короче, шкуру, потом нас ядерной ракетой и бомбой если просто всех разнесет. Конец связи. Давай, 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 выходим. Иди, резче, беги, беги, беги! Я здесь! Беги! Лежи! Не беги! Лежать! Лежать! Бежать! Бегу! Спасаю! Спасаю! Да, 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 да! Оп, 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 оп! Беги! Мужик! Чё?
Ты мужик или кто? Ты чё, с бабой на руках бегать не можешь? Ты чё, совсем что ли? Я в свои 15 девушку на руках могу носить и пешком, и бегом, и как угодно. А ты взрослый мужик. Беги, сука, беги, блядь. Чё ты плетёшься, как обосранный какой-то? Беги! Беги! Беги, блядь! Беги! Сука, беги! Да чё ты в меня стреляешь, мудак? Фу, бабу посадил. Не ори! Не ори, у тебя даже кровь не идёт. Не ори! В жопу себе свою РПГ засунь и пульни. Вот так вот, вот так вот. Ой, бля, взорвались. Долбоёб, люк закрой. Сука, ну все, пиздец всем. На! Давай-давай-давай! Всем пиздец. Всем. Опа! Все. Опа! Люк закрой! Закрой люк! Закрой! Закрой люк! Люк! Не надо! Ну закрой люк! Ой, сейчас вынесет человека. Давай! Полетел. А я почему держусь? Наверное, на жвачку наступил. Держись, братишка, держись! Бум! Эпик! Экшен! Опасность ядерного взрыва. Охуенно. НБ-06-26-34. Азимут... Шкуру спасли, а потом все сдохли. И шкура тоже. Хуя я сова! Голову на 360! Давай, 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 давай! Филин, блядь! Голову на 360 поворачиваю я! Все, бля, мощь! Ядерный бум. Внимание, произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения. А меня спасать кто-нибудь будет? А, все, меня, короче, радиация немножечко поэтовала, потового. Вот. И поэтому я могу голову вертеть на 360. А, я ползти могу. Приступить к работе они смогут через 2 часа. 2 часа? Постоянно проверять показания дозиметра. Отлично. Да пиздец мне, пиздец. Давай, ползи. О, я еще и ходить могу. Выпадаем отсюда. Оп, выпадаем. Я живой. Куда идти, что делать? Начальники. Вставай. Так его же унесло куда-то. Ну ладно. Куда мне идти? Чё ты так медленно поворачиваешься? Иди. Иди, мужик. Я не знаю куда, но просто иди. Я просто иду. Я не знаю куда, не знаю зачем. Во, уже аномалии пошли, блин. Металлическая пружина горит. Все, я упал. Я прилег поспать. Я больше никуда не пойду. О, все, галюны пошли. Просто галюники. Мужик, живи, ну за кого я играть буду, а? Ой-ой-ой. Ладно, товарищи, давайте на этом будем заканчивать и продолжим это в следующей серии. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в следующих сериях. Всем удачи, всем пока.